Я на мой дорогу и пронес до мозга костей.
Сволочь! Ублюдок! Хер моржовый! Тебе конец! Я не хотел ей ничего на помощь! Спасите! Спасибо за помощь. В чем дело-то было? Ему не понравилось, что его сестра решила плыть со мной в залив Сирели, вместо того, чтобы служить Фрей. Житель Скеллиди соблазнил жрицу? Я думал, что... Что-что? Что мы не делаем таких вещей? Не каждый на островах верит в эти сказки о богах. Но не все готовы с этим примириться. И потом все заканчивается кровной местью. Это несправедливо. Я люблю Ирму, а она любит меня. Когда-нибудь я найду способ устроить так, чтобы мы были вместе. Наверняка есть какой-то пробел в этих жреческих законах. Я отыщу его и укажу жрицам. Тогда они отдадут Ирму мне. Ты много путешествуешь, правда? Если наткнешься на что-нибудь, что может помочь, передай мне. Я хорошо заплачу. Я живу в доме на той стороне вулкана. Посмотрю, что мне удастся сделать. Будь здоров и сторонись разъяренных братьев. О, привет! У тебя есть что-нибудь для меня? Измени свою жизнь. Руководство для упрямых. Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. О, привет! У тебя есть... Религия и жизнь. Да, что-то такое я и имел в виду. О, привет! У тебя есть что-нибудь для меня? Тристиана и Изидор. Это может пригодиться, спасибо. О, привет! Забавные приключения благонравных Бекки. Не знаю, о чем это, но с удовольствием почитаю. О, привет! У тебя есть что? Культ Фрей. Это надо прочитать в первую очередь. О, привет! У тебя есть что-нибудь для меня? Спасибо за помощь. Но чувствую, сидя здесь, я больше ничего не узнаю. Пора отправиться в большой мир. Может, где-нибудь еще я найду способ отвоевать Ирму. Удачи!